Борьба за Еву. Бывшие супруги уже 2 года не могут поделить 5-летнюю дочь. По словам матери, теперь у нее есть на руках распоряжение суда, которое она показала нашим журналистам. Суд обязал отца передать девочку матери. На данный момент у нас уже есть решение суда об отобрании ребенка у отца, который уже 2 года не является, не показывается. Вот на данный момент мы находимся здесь по месту его проживания. То есть его здесь нету. Вот мы стучались в квартиру, мы уже здесь находимся практически целый день. То есть его нету, никто двери не открывает. Полицию вызывали уже 2 раза. То есть это бессмысленно просто. Исполнительная служба была, которая уже хочет отобрать ребенка, но просто не у кого. Но отец девочки не только не открывает дверь. Соседи утверждают, что не видели его уже несколько месяцев. Якобы он женился во 2-й раз и переехал. То есть это так постоянно. Здесь двери никогда не открываются. То есть бессмысленно. Звоните и приходите. Судебные заседания по поводу того, с кем должна остаться 5-летняя Ева Саенко, длились 2 года. Мать утверждает, что ее бывший муж похитил их дочь. Также, по ее словам, Еву и экс-супруга объявили в розыск.